2000, и у нас есть так Вот называемый так. приз зрительских симпатий. Победа! Как будет Ну разыгрываться что? приз зрительских симпатий, я пока не решил, мы пока не решили, Четыре человека смотрят. но он будет разыгран, Немного, но и у нас он три будет звезды. разыгран Ой, три из пяти. на одном из Идем в плюсе. обзоров, то есть дополнительном Пока все стриме, свои подачи взяли, Тимошка на который сушилку пошел. Так, попробую я его попозже там принести, но у нас 9 перерывов нет. секунд. Саша Гельман, кстати, проиграл Роману Овечкину. И, кстати, возможно, нас сейчас сведут с Сашей Гельманом. О! Да. Да. Николай Ну что ж, Дубовик. попробуем сегодня более по-боевому И у сыграть, чем нас на турнире, Галанка. где нас свели. На Арена Защит мы встретились с Сашей Галан Гельманом. Я там сыграл Калининград. совсем без зуба. Ну, потому что нервничал, волновался. Кстати, Саша Гельман сейчас наверняка комментирует на своем канале, что это вот Николай Дубовик. Ах, хорошо знает все Саша Гельман мои схемы. Но посмотрим, да. Не дает он сделать расширенное пианкета. Но ничего страшного. Буквально недавно мы с ним играли точно такие же позиции. Ох, Галан Калининград. точно такие же позиции. Может быть, конь h5 здесь, на слона напасть, чтобы он его увел. Нет, пока скромненько вот это поле прикрою. Давайте пока король Да, f1 буквально как-то недавно мы с Сашей профилактическое. Гельманом играли именно эти позиции. И будет обидно, если я забуду все, что мы с ним там Ушел я в 3 нуля, делали. рискованно, но Так, есть ли смысл вступить в люблю конь h5? Или рискованную ферзя игру, вы сюда знаете. перевести? Но он конем полезет вперед. Придется менять коней. Да, хочу e5 Сюда. провести. Он взял, я взял. Ему придется слоном назад уходить. Сюда. Так, главное по времени с Сашей Гельманом стоять. Сашей, с Александром. Саша, просто ник такой. Так что прошу прощения за Давайте вальяжность попробуем такую, которую d5. я позволяю себе. Задвигает Александр. Напасть нет смысла, потому что там конь может застрять. Ну, конь d8 тогда, так вот. d5 я не ожидал хода. Но все равно есть такой подрыв. На взятие возьмем. То есть e5 у нас ход сохраняется. На взятие на проходе мы выводим слона с темпом. Так. И попробуем 32-1 пока сейчас данный слона конем вывести. виден. Ну что, рискуем, идем вперед, не будем Ударил. отсиживаться в обороне. Могли бы мы туда-сюда конем прыгать и ждать, что придумает Александр, но Попробую конь давайте играть d4. по-боевому, в стиле радостных шахмат. И h5. Так, пешка у нас будет провисать вот это потом. Конкретно. Может быть, конем взять? И h5. А, он пожертвует ладью. Ядовитый ход. Я беру, он бьет сюда слоном и потом где-то Ядовитый g5, ход да? с Ну ладно, попыткой. идем на этот вариант, что делать? Бью. Пожертвовал я Так качество. чернопольника может выбить, и вот сюда еще может пойти И у неприятно. меня активные фигуры. Так, а что если вот так пойти? Но позиция не такая простая. Ну, Шах. наверное, вы знаете, на самом деле Николай мой Хотя бы сюда ученик. шах. И Я бью. Бьет слоном сейчас сюда. мы играем друг против Бьет друга. слоном сюда. На самом деле мы с ним сыграли очень много партий. И вот Я в этой сейчас здесь голландке у нас уже напищу. много было игр. Наверное, коня надо Но подтягивать. Николай сам Не очень разобраться любит быстро. радостную игру. Пожертвовал качество Александр Гельман, но Так. позиция, конечно, опасная. Вот эти пешки сдвоены, это просто ужас. Все фигуры его смотрят на моего короля, но Тяпнул мне кажется, тут пешку. можно как-то держаться. Вопрос как? Может быть, теперь вот сюда?
пойти. Ну, мне кажется, у меня хорошая компенсация за качество. У меня лучше король. У меня уже пешка за качество. И еще плюс хорошие фигуры. Так. Что здесь у нас? Если конем берет, что делать? Если конем берет слона, контратакуем тогда. Если слоном, Давайте берем вот конем. так попробуем. Но время. Попробую коня. Так. Полез он куда-то. Сюда. Выкрутились Подкачу вроде бы. ладью. Пешка. Зачем качество отдают-то Пробил. назад? Пока Поплыл сюда. немножко. Так, время. Пешку защищаю. Ферзей хочу 6-4. разменять. Не дает. Брать нельзя из-за мата. Вперед. Зачем вперед? Тяпнул. Опять мат грозит. Надо было сюда. 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 Сюда, вперед. Шах. Отошел. Сюда, шах. Все. Доигрался. Победа. Ну, молодец, Николай. Хорошо. Привет, Хорошо, Евгений Николай из разыгрывает эту Москвы. голландку. У Привет, него большой есть лиге. какая-то своя тут динамика. И, Твоей видите, лиге. мне Там, мне пришлось кажется, вирус поработать, был. чтобы победить. Чувствовал перевес. В конце даже по времени Чувствовал, мог что в какой-то Николай момент я мог, да, вырвать где-нибудь был минус один что-нибудь. вот по анализу, мог просто пешку я где-то съесть конем. Не слоном, а конем. Ну что Так, ж, а это минутная да, давайте игровая вернусь к вкладка, да? донатам. Можем тут быстренько открыть. Валера, хорошей игры. Когда я Спасибо. коня увел на d8, Костя. вот здесь надо было бить А, конем, и Костя, тогда вы машина прислали еще показывает и минус мне один. донат. А я ударил Удачи, слоном. Шурик, Конем это вам. выгодно ударить, потому что нападаем на Спасибо. чернопольника. Ну а дальше по графику вот здесь был 0. Когда я мог Да, пешку Хамс съесть, Черкина, не была помню, зачитала позиция всем равная. радостных Плюс партий. 11 Фан секунд времени у меня. сектору привет, И вот в Шура этот момент чемпион. Кстати, надо Хамс было менять Черкина ферзей. сегодня тоже играет Но в турнире, Клав вы сказал, знаете. Александр меня добил, но... Поэтому, может быть, я еще с ним сыграю. Мне кажется, Дмитрий, держался я в связи с неплохо. чем не играет Женя Новиков? И был небольшой перевес. Женя Новиков, Была ничья я вот здесь. пытался с ним связаться, Да, вот но так не надо было чапать. получилось. Пока у нас нет контакта, может быть, в будущем Евгений Обидно. Новиков Не могу пока подойдет. Александра обыграть Мы, в на его принципе, стримах, хотя о, очень бы хотелось. это Но серьезно.